Привет, друзья, всем! Вы на канале Первый уровень. Мы продолжаем марафон по прохождению Quake 2 Ground Zero. Так, интересно, здесь... Да, собственно... Это я и хотел назвать. То, что сработала сигнализация, тут нужно было, наверное, на корточках пролезть. Ну да ладно. Мы, кстати, оказались за лазером. Помните, да? Мы там были в одной из предыдущих прохождений частей. Ну, это было ожидаемо, то, что тут солдат будет. Вот я бы не догадался, если честно. Но хорошо, что мы разбили таким образом стенку лазера. Давайте пройдем дальше. Что нас тут ждет? Тут остаток строгов остался. Ну, их очень много. Так, лифт, ты будешь подниматься? Понятно. Вот это подстава. Ну не, это очень жесткая подстава, ребят. Я, пожалуй, сваливаю. Мне так будет просто проще. Сейчас с летуном расправлюсь. Отлично. Так, а это у нас что? А это секрет, оказывается. Но мне не дают его взять. Потому что наверху солдат. Так, отлично. Нашли мы рандомно секрет. Это очень хорошо. Здесь еще один запрятан. Так, а там шагает робот на самом деле. Чего бы мы его бы свинтили? Я даже не знаю. Ну, во-первых, вот так вот попадем. Так, ну давай, где ты там? Пушка, конечно, жесткая. Она, прикиньте, его подкидывает даже. Так, ну это ты зря сделал. Отлично. Так. Ну идем теперь. Так, собачку сейчас расправимся. Расправились. Так, это неожиданно. Так, и здесь мы справились, тем более он патрончики нам дал. Давайте сохранимся. Так, что там по целям? Аж две нужно выполнить цели. Так, я слышу, там наверху еще кто-то бродит. А, ну я вижу, в принципе. Давайте попробуем. Отлично. Это очень хорошо. Так, ну чтобы взять, я не знаю, давайте возьмем бластер. Ну, здесь пушка. Попробуем ее старым методом. Так, вот загасить. Так, ну и отлично. Берем бластер. Ой-ой-ой. Еле-еле отвернулся. Так, еще один красавчик идет. По нему турель сработала. Так, ну отлично. Так, как бы тебе... Я даже не знаю. Ну давайте, ладно, рельсами. Все, отлично.
Так, теперь смотрим. О, воскрешатель. Так, ну вовремя, вовремя мы замочили. Так, а здесь что, еще одна пушка? Откуда это было? Да, смотрите, еще одна пушка. Давайте попробуем вот так вот. А, ну там и летун. Ну окей. Он нас пока не видит. Поэтому будет, наверное, двойной урон. Готов. Ну а здесь попробуем старым методом замочить. Вот так, наверное... Да, не получится так, к сожалению. Ладно, берем рельсы. Справились. Так, туда пока не пойдем. Давайте проверим, что тут. Так, ну и тут мы справились. Так, ну а здесь, наверное, над головой, да, они спрятали? Да, даже не над головой, а... Ну вот так как-то, я не знаю. Расправились. Ну давайте заценим, что у нас тут товарищи разработчики спрятали. Амуниция, кстати. Ага. Отлично. И смотрите, какой вид. Шикарный. Обожаю. Так, ну а здесь нам не пройти, кстати говоря. Значит, у нас только один ход. Нам же легче. Так. Достаточно далеко, кстати, он швыряет гранаты. Но наша взяла. Так, давайте возьмем гранатки. Я слышу, тут собачка. И вот это вот ящики, помните, я рассказывал, да? С траком таким своеобразным. Блин, ну и подстава. По конвейеру они идут. Так, а нам бы, я не знаю, как-нибудь рассчитать, чтобы попадать по пушке. Ну так он не попадает, а вот так... Ну, допустим, да? Попадает. Вроде. Да, мы справились. Отлично. Так, и что бы такое взять бы? Ничего опять не осталось у нас. Ну, возьмем автоматик. Так, нужно на потолок все время смотреть. Так, а еще там чувак появился. Ну, давайте его попробуем закидать. Отлично. Опять человеческий разум победил машинный. Я не знаю, им, чуваку, наверное, сложно было так забраться на ступеньку. Он в нее упирался. Готов. Так, воскресил. Это очень плохо. Отлично. Ну и теперь осталось с роботом справиться.
Ну а с тобой я не знаю. Давайте автоматом. Да, подстава за подставой, конечно, в этой модификации. Ну, перебор. Посмотрим, насколько длинный этот эпизод. И вообще, из скольки эпизодов состоит игра. Ну, судя по всему, я не знаю. Вот я говорил в предыдущем ролике, что нам осталось, я не знаю, может, часик там, может, полтора часика игры. Мне кажется, что вот одна-две серии. И, собственно, будет уже занавес. Так. Ну, давайте возьмем броню. Гранаты. Опять пушка. Что ж ты будешь делать-то с этими пушками? Ну, вот так мы попадаем. Это самое главное. Так, ну наконец-то. Хоть контроль управления, панель управления, как хотите, так и называйте. Ну и опять. Опять. Да блин, ну как же она на опережение стреляет, жесть. Все отлично. Я удивлен, что с этой стороны товарищи разработчики не поставили. Ну вот, собственно, поставили турель. Так, ну а здесь мы попробуем сэкономить все-таки патроны. Вроде бы у нас получится это. Угол позволяет обстреливать. Так, ну окей. Давайте заценим, что это контроль дает нам. Угу, смотрите, кристалл заходит в кабинку. Интересно, что-то происходит, смотрите. Едет дальше. Ну, почти, кстати, со всеми строгами расправился. 10 штук осталось. И спускается, смотрите, в кабинку. Прикольный механизм сделали, запарились тут, конечно. Тут, конечно, молодцы авторы. Ладно. Теперь посмотрим, куда нам. Ну, ты уже не так опасен. Так, отлично. Ключик. Глушитель, которым мы не пользуемся. Отлично. Дверь открыта. Теперь понятно. Да, теперь нам нужно обратно. Нам нужно обратно. Ну, очки у нас не берутся. Напоминаю, что это новая такая тема в дополнении сделали авторы. Позволяет видеть врагов через стены. Но я не особо, как бы мне это понравилось. Фича. Так, ну теперь ты открыта, да? Да, теперь открыта. Ну и теперь проходим дальше. Смотрим, что тут.
вернулись мы на уровень. Вот механика Ground Zero, она постоянно в этом состоит вся игра. То туда идешь, то обратно, из уровня в уровень. То есть, по сути, в эпизоде где-то 3-4 уровня, 3-4 локации. Но игра длинная за счет того, что ты просто... Так, это пушка опять. Из-за того, что ты просто туда-сюда носишься. Ну, еще игра длинная, потому что, во-первых, соперники немножко по-иному действуют. Во-вторых, вот этих пушек натыкали, я не знаю. Процентов 10 соперников это эти турели. Это очень много. Так, ну а что нам тут, собственно, сделать? Так. Давайте искать, для чего мы, собственно, сюда пришли. Попробуем сюда зайти. Что тут изменилось? А тут что-то изменилось, смотрите-ка. Если он тут появился не просто так. Ой-ой-ой, зря я свалился. Что поделать, свалился так свалился. Там я увидел робота, кстати говоря. Ну, сначала с этим справлюсь. Так, отлично. Ну, я вернусь. Я вернусь, чтобы замочить кое-кого опасного очень. Так, а где ты там? Хорошо, что он предупреждает вот этим вот своим возгласом. Держи. Готов. Так, здесь секрета никакого нету, да? Ну ладно, допустим, это не взрывается. Так, ну здесь все нажато, в принципе. Я даже не знаю. Ладно, давайте выйдем в эту комнатку. Так, ну здесь подставу надо. Так, отлично. Мы деактивировали лазер. Теперь понятно, куда идти. Теперь нам сюда. Угу, там ходит чувак. Смотрите, какой, а. Очень много здоровья снял, конечно. Ну, зато этот чувак дал патроны. Так, что ну, у нас тут по строгам? 23 еще строго. Так, ну а там собачка, да, или паучок? Кто из них? Паучок, наверное, судя по звукам. Так, готов. Еще будут? Ну, вроде бы нет. Вроде бы не будут. Тут аж две, да, турели? Ну, понятно. Тут товарищи разработчики вообще на новую стадию вышли. Эволюция, как говорится. Они на одном квадратном метре расположили
Блин, еще и паук активизировался, но я сваливаю. Расположили аж две турели. Так, ну давай выходи. Чтобы уж наверняка. Ну и где ты там? А, ну вот это летун еще. Я, как всегда, мажу. Очень много патронов я потерял, к сожалению. А здесь у нас что? Так, ладно, здесь мы справились. Здесь какой-то лифт у нас. Ладно, допустим. Пойдем к турелям. Надеюсь, больше никто не выйдет. Так, и еще одна турель. Так, ну окей. Берем обязательно жизнь. Это не страшный соперник, один из самых простых. Так, ну здесь какая-то подстава, я уверен, будет. Не, ничего не будет. Ну ладно. Так, а дальше нам куда? Почему это закрыто? Ну ладно, допустим. Сюда мы не идем. Идем мы вот сюда. Ага, идем мы вот сюда. Не идем мы сюда. Тут опять. Аж две турели. Ну и вторая. В целом, пока что данный эпизод мы проходим неплохо. Знаю, по-моему, я даже не умирал особо. Не знаю, может, сейчас нас что-то ждет. Какая-нибудь сложная локация. Но пока все терпимо. Конечно, жизни практически нету. Так, это очень плохо. Ну вот, собственно, первая смерть. Ну, давайте возьмем его же оружием. Где он тут? Так, окей. Ну, не дал он, к сожалению, оружие. Ну, зато жизнь взяли. Контроль. Так, ну окей. Сейчас разберемся, что нам делать. Ага. Нет, эта пушка уже разрушена. Я думал, они... Опять появились. Ну, вроде бы. Все окей. Ну, теперь нам сюда, понятно. Так, пушка. Я уверен, что ты сверху, да? Нет? Удивили. Очень удивили. Ну, ладно. Ну, где-нибудь что-нибудь появится, я уверен. Да не, ну ты не страшен. Ох, как. Он из рельсов. Замочил своего же.
Так, ну это хорошо было сделано. Это нас устраивает. Так, кто там еще? Ну, понятно. И по две стороны аж. Я уж дар речи потерял, когда эта фигня произошла. Ну, почему нет? Классика подстав. Где там паучок? Так, ну давайте посмотрим. Да, в принципе, меньше 10 строгов осталось. Я думаю, что мы на верном пути. Давай, кто-нибудь спустится? Ну, конечно, смотрите, кто спустился. И уехал. Так, ладно, давайте. Держи. Выходи. Удвоенный урон произошел. Видите, обычно он с трех где-то попаданий умирает. А здесь он нас не увидел. И поэтому получил удвоенный ущерб после нашего попадания. Не-не-нет, подождите. Как же я мог пропустить? Это обязательно я возьму. Так, ну что нас ждет сверху? Так, ну это было не очень хорошо. Ну ладно, мы вроде как справились. Так, пока, ребят. С вами не очень хочется связываться. Интересно, они прилетят сейчас ко мне таким образом? Нет. Давайте попробуем. Так, поотправлять лифт. Ну, вроде бы они вот здесь. Давай, залетай. Не, не получается. Ну ладно, я к ним поднимусь сейчас. Так, ну такой размен меня устраивает. Рельсов, конечно, нету, но и соперников-то тут практически не осталось. Адреналин, кстати говоря, обязательно я возьму. Ну не сейчас, наверное, потому что сейчас прыгать это подстава будет. Так, где солдат? Так, понятно. Это я хорошо среагировал. Ну вот это очередная подстава. Ладно, мы справились вроде как. Так, ну где ты там стоишь? Так и стоишь, да? Эх, жалко, что он сюда не выкинул. Патрончики сверху застряли, как говорится. Ну ладно. Ну где ты тут стоишь? Я ж тебя слышу. Понятно, вижу. Так, еще минус. Надо внимательно смотреть, где они тут располагаются. Слушайте, я пойду шел за адреналином. Пофигу. Отлично. Теперь наш максимум здоровья 108. Это очень хорошо. Напоминаю, кто в танке, как говорится, что когда мы берем адреналин, наши пункты здоровья навсегда повышаются на 1 балл. Так, окей. Ну, поднимемся, что делать? Здесь нужно что-то активировать, да? Ну, панель. Так, понятно.
Очередная пушка. Ну давайте попробуем вот так вот. Ну, я не знаю, так попадаю или нет. Короче, ладно, придется вот так вот здесь. Ну, как она в меня сейчас попала, я вообще не понимаю. Ну ладно, эту пушку мы так разнесем. Жалко, что все здоровье мы потратили, реально. Только было 108, а осталось просто 8. Ну я там вот возьму, конечно, здоровье. Че ну у нас тут? Ну мы всех замочили строгов, можно спокойно ходить. Так, ну... Собственно, как бы нам... Почему-то защитное поле не особо активизировалось. Мы что-то не сделали, получается. Ну, давайте спустимся. Подойдем поближе. А, ну понятно. Отлично. Так. Назад нам, короче, нужно возвращаться. Ну, погнали назад. Здесь быстрого пути, интересно, нету. Эх, жалко, нету тут никакого быстрого пути. Ну ладно, строго все равно нет, никто не должен мешаться. Так что погнали. Сейчас, по идее, быстро найдем выход. Ну, я надеюсь, по крайней мере, с этой локации. Так, ну, по-моему, сюда, да, куда-то. Сюда мы пришли. Так, там жизнец. Обязательно возьмем. Вот сюда вот поднялись. Так, ну и здесь где-то выход, да? Отлично. Нам же сюда, да? Сейчас посмотрю. Да, нам сюда. Так, погнали. Так, ну теперь плюс-минус понятно, наверное, что нам делать. Наверное. Сейчас мы разберемся, в общем. Давайте сюда поднимемся. Сначала. Ну, поднимайся. Не хочет. Надо кнопочку нажать. В любом случае. Так, возьмем жизнь. Походим, побродим. Здесь у нас что было? Ничего интересного, да? Да, здесь контроль. Короче, нам сюда нужно, я так понимаю. Ну, сейчас будем топать к этому месту. Ну, сюда нам тоже не надо. Это выход. Шлепнулись. Ну да ладно. Идем сюда, короче. Давайте разобьем кристалл. Так уж и быть. Это у нас получается начало, да? Уровня. Как мы приехали сюда.
Так, плюс-минус вспоминаю. Так, идем. Значит, идем мы. Ну, сюда точно нам не нужно. Ну, нам остается только сюда идти. Куда еще-то? Здесь дверь закрыта, понятное дело. Здесь патрончики взяли. И вот мы дошли до этого места. Ну, давайте смотреть. Что тут изменилось? Так, отлично. Ну и что у нас произошло? Взяли. Окей, куда нам ее? По всей видимости, нам сюда, я так понимаю. Так, сгонял я на предыдущий уровень, оказалось, там нифига не надо делать. Здесь надо что-то искать. Ну, давайте здесь искать. Куда мы еще не ходили? А, ну понятно, понятно. Смотрите, открылись такие ворота. Ну что ж, это интересно. Это, кстати, ворота как будто какую-то главную часть базы Строгов. Так, давай, выходи оттуда. Так, там уже турель активизировалась. Так, еще раз минус солдат. Давайте возьмем просто вот эту вот ракетницу. Отлично, мы справились. Слева-справа, наверное, будет какая-нибудь подстава. Сейчас мы пушку возьмем, наверное, тоже нападут. Нет, пока не нападают. Так, знаете что? Мы сейчас сделаем следующее. Ой-ой-ой, там, слушайте, там призыватель. Но я даже не знаю. Ладно, давайте. Ну, попробуем, я не знаю даже. Немножко не хватило. Ну, давайте еще раз пробовать. Берем вот эту пушку. Спускаемся еще раз. Воскрешает она там, пипец. Можно, конечно, их закидать было. Так, отлично, все. Теперь намного легче. Теперь делаем следующее. Закидываем. Странно, что никого не закидало. Ну ладно. Давайте спускаться.
Так, ну все, отлично. Этот момент мы прошли. Что-то прикольное такое вон грядет. Меня только напрягают вот эти вот лазеры. Очень странные. Ладно, давайте. И вот этот лазер, наверное, тоже активизируется. Давайте сохранимся. Не знаю, что тут нас ждет. Пока что не активна консоль. Давайте спускаться. Здесь летуны. Так, минус. Ну и еще один остался. Где он тут? Так, ну все, мы справились. Один строк где-то ходит. Даже не знаю, где он. Это, наверное, какая-нибудь очередная пушка. Слушайте, или босс, я даже не знаю. Может, это босс тут будет? Что такое? Конструкция непонятная даже. Что тут может быть? Так, ну, пока я не понимаю, что тут делать. Здесь мостик должен опуститься, по идее. Ну ладно, давайте еще раз к консоли подойдем. А, ну понятно. Понятно. Сначала так, а потом вот так вот, да? Включили питание. Видите, как все по-хитрому. Так. Это какая-то такая... Они ее назвали гондолой. Ну да, это типа такой... транспортное средство. Внутри планеты Строгос. Ну, не знаю. Может, это конец эпизода. Посмотрим. Смотрите, как красиво. Да, это конец эпизода. Ну что ж, слушайте, мы уже, соответственно, встретимся с вами в новом эпизоде. Я не знаю, что нас там ждет. Может, это уже будет финальный босс, и все на этом. Видите, мы куда-то отправляемся очень далеко. Посмотрим, посмотрим. Все достаточно интересно закручивается. Так что подписывайтесь на канал. Скоро мы наконец-таки пройдем этот Ground Zero. Очень сложная модификация, но в целом мне она нравится. Это, конечно же, не оригинальный Quake, который очень крутой, но... его стоит пройти, уж поверьте мне, чтобы были такие скиллы после этого прохождения на максималках, как говорится. Так что увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока.